И снова привет тебе, дорогой друг канала «Правильный выбор». В этом выпуске я покажу лучшие модели встраиваемых посудомоечных машин. На первое место рейтинга попадает Waze Golf BDW6063D. Входит в серию EcoLife. То есть большинство параметров здесь направлены на экологичность, экономию воды и электричества. Всего во внутреннем пространстве можно раскидать 14 комплектов посуды по 3 корзинам. Если посуды столько нет или еще не набралось, то можно запустить машинку в режиме половинной загрузки. Это сэкономит воду и электричество. Дверца устроена таким образом, чтобы после окончания цикла автоматически открыться и позволить свежему воздуху проникнуть внутрь для вентиляции и сушки. Программ предусмотрено 7, среди них есть быстрая для слабозагрязненной посуды, которая не требует сушки, а также интенсивная, отдельно для стекла, экономичная и универсальная. Если не хочется заморачиваться с выбором настроек, то есть автопрограмма. С помощью датчиков система сама определит степень загрязнения и выберет оптимальный режим для мойки. Отличный вариант посудомоечной машины для большой семьи, стоит около 37 тысяч рублей. Если найдешь модель себе по душе, то сразу же беги в описание, там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще промокод, который поможет немного сэкономить. На втором месте модель от Comfy – компактная встраиваемая машина с шириной корпуса всего в 45 см. Влезает 9 комплектов в 2 объемные корзины, отдельно есть небольшая корзинка для столовых приборов. Программ для мойки предусмотрено 6, в основном традиционные, типа быстрой, интенсивной, экономичной. Модели подходят моющие средства 3 в одном. Старт программы можно отложить на срок от 3 до 12 часов. Предусмотрен Wi-Fi, поэтому управлять ею можно через приложение на смартфоне. Алиса тоже может быть интегрирована для принятия команд голосом. Обойдется эта модель примерно в 19 тысяч рублей. Не забудь подписаться на канал «Правильный выбор». Свежие выпуски с подборками новинок и актуальных предложений товаров выходят здесь регулярно. А еще поддержи меня своим лайком и комментарием. На третьем месте DeLonghi DDW06S. Машинка мощностью 2380 Вт. Несмотря на ширину всего 45 см, вмещает в себя 10 комплектов посуды, которые располагаются в 3 корзинках. Если посуды не хватает, то можно задействовать половинную загрузку. В этом режиме количество потребляемых воды и электричества снижены. Программ для мойки здесь немного, всего 6. Для индикации работы машинки применяется удобная технология «луч на полу». Не надо заглядывать внутрь. И для того, чтобы понять, что цикл закончился, нужно просто посмотреть на пол рядом с машинкой. Обойдется модель в 32 тысячи рублей. На четвертое место попадает Indesit DIS-1C59. Вмещает в себя целых 10 комплектов посуды при ширине всего в 45 см. При этом можно не наполнять камеру полностью, есть режим половинной загрузки. Сэкономит время, воду и электричество. Программ предусмотрено немного 5 штук. В основном это традиционные, типа экономичной и быстрой на 30 минут. Интенсивная мойка подогреет воду до 70 градусов Цельсия и основательно отмоет даже въевшуюся грязь. В качестве моющего средства можно использовать таблетки 2, 3 и 4 в одном. Довольно простая, но надежная модель с минимальным набором полезного функционала. Стоит около 23 тысяч рублей. На пятое место становится машина от Haier. При относительно небольшой ширине в 45 см способна вместить в себя 9 комплектов посуды. Размещается все это хозяйство в 2 корзинах. Для столовых приборов предусмотрена отдельная пластиковая сумочка. Верхняя корзина регулируется по высоте, позволяя эффективно отмывать даже крупногабаритную посуду. А после того, как цикл мойки будет завершен, дверца автоматически откроется примерно на 10 см, обеспечивая вентиляцию и доступ свежего воздуха для более быстрой сушки. Внутри камеры, в местах примыканий, там, где могут начать жить микроорганизмы, задействован специальный антибактериальный материал. Обойдется эта модель примерно в 24 тысячи рублей. На шестое место рейтинга попадает еще одна модель от марки Indesit. Это полногабаритная машинка с шириной корпуса в 60 см и вместимостью в 14 комплектов посуды. Как и в предыдущей модели, здесь тоже реализована функция открывания дверцы после завершения цикла мойки. Улучшает вентиляцию и немного ускоряет процесс сушки. За индикацию процесса работы отвечает светодиод, отбрасывающий яркий лучик на пол рядом с машинкой. Одного взгляда будет достаточно для того, чтобы понять, работает
машинка или нет. Если полный объем посуды не набирается, то можно задействовать половинную загрузку. Как и во многих аналогичных моделях, это сэкономит время, электричество и воду. Всего программ мойки предусмотрено 6, все они традиционные. Отдельно стоит отметить функционал Push & Go, позволяющий запустить сбалансированную программу одним нажатием кнопки. Обойдется модель примерно в 34 тысячи рублей. На седьмом месте Капперсберг GLM4537. И это снова компактная машинка шириной в 45 см, при этом способна вместить в себя до 10 комплектов посуды. Корзин для загрузки предусмотрено 3 штуки, причем центральная обладает специальным механизмом для регулировки высоты, что в свою очередь позволяет размещать внутри камеры даже крупногабаритные элементы посуды. Всего программ тебе на выбор предлагается 7 штук. Это парочка быстрых на 15-30 минут, интенсивная, автоматическая, нормальная, экономичная и отдельный режим для стекла. Защита от протечек установлена, индикация в виде точки на полу прилагается. Обойдется эта машинка примерно в 34 тысячи рублей. На восьмое место становится модель от марки Mountfeld. Это снова компактная встраиваемая машинка шириной всего в 45 см, но при этом способна вместить до 10 комплектов посуды. Из удобных плюшек сразу стоит отметить наличие индикатора в виде луча на полу. Функция автооткрывания дверцы после завершения цикла мойки выпустит свежий воздух и не даст посуде застояться. Есть даже крохотный дисплей на верхнем торце дверцы, который покажет оставшееся время. Для мойки доступны 6 разных программ. Старт процессов можно отложить на срок до 24 часов. Дополнительно предлагается режим половинной загрузки. Стоит около 35 тысяч рублей. На девятом месте Mancher AMD4503. Это снова компактная модель с относительно небольшой заявленной мощностью почти в 1300 Вт. Способна вместить в себя до 10 комплектов посуды. Они раскладываются по трем корзинам, среднюю можно регулировать по высоте в небольшом диапазоне. Из удобных плюшек выделю индикацию работы в виде луча на полу, половинную загрузку, а также внутреннее освещение. Всего программ для мойки предусмотрено 7, все они традиционные, разве что здесь еще дополнительно есть предварительное замачивание. Стоит около 29 тысяч рублей. Ну и завершает мой рейтинг модель от марки Кортин. Крупногабаритная машина шириной в 60 см и вместимостью до 14 комплектов посуды. Программ предлагается не так много, 5 штук. Все они нам с тобой уже встречались ранее в других моделях. Из интересных особенностей стоит выделить работу с универсальными моющими средствами типа «все в одном». Также для повышения безопасности используется продвинутая система защиты от протечек. Отложенные старты, половинная загрузка здесь тоже присутствуют. Стоит модель около 27 тысяч рублей. Если в процессе просмотра тебе понравилась какая-то посудомоечная машина, то сходи в описание. Там я накидал всех необходимых ссылок и оставил промокод. Подпишись на канал «Правильный выбор» и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь и жду в следующем выпуске.